Под руководством Фиделя Кастро был создан новый отряд патриотов, готовый к вооруженной борьбе против диктатуры Батисты. В конце 1956 года на небольшой шхуне «Гранма» 82 смельчака отправились к берегам родной Кубы. Их вело вперед одно желание, единая воля – принести своим братьям свободу. Уже на берегу отряд «Гранмы» вступил в бой с регулярными частями армии Батисты. Пришлось уходить в горы, пробираться через болото, непроходимый колючий кустарник. Дойти удалось немногим. Вначале у них было всего лишь 7 винтовок. Но и с 7 винтовками можно продолжать борьбу, если революционеров поддерживает народ. В тот вечер в горах Сьерра-Маэстро Фидель сказал пророческие слова. Ну что ж, друзья, теперь дни диктатуры сочтены. К бойцам Фиделя присоединялись новые и новые патриоты. Отряд превращался в повстанческую армию. Она с боями прошла по всей Кубе. И 1 января 1959 года вступила в столицу страны. Гавану. Десятки тысяч людей вышли на улицы. Народ восторженно встречал своих освободителей.